что-то прикипело. Васька. Всем привет, с вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Вчера, значит, с оператором ходили на Волгу, на рыбалку и поймали, значит, вот такого вот ерша. Вот, небольшого. Я так думаю, сейчас я его почищу и надо будет его закоптить. Должен быть он вкусный. Копченый ёрш. Много у нее чешуи этой. Чистится она плоховато. Вскрываем, значит. Отрезаю голову. Щепу я в этот раз решил использовать из сливы. Вот, сам ее сделал. Буквально час назад замочил в воде. Вот, насыпаем. Вот, вполне так-то достаточное количество. Рыбу я уже обтирал. Так-то бы ее, конечно, по хорошему-то делу надо бы было вывесить вот так вот, и она бы, чтобы повисела бы день, ну может часов 8 бы хотя бы, чтобы вообще сухая была абсолютно. Вот, а сейчас что-то погода-то не солнечная, уже 5 градусов тепла всего, где она тут чего высохнет. Так, кладем ее вот так вот.
такие куски. Ерша я, знаешь, этого разделал на филе. Решил. А хребты там, вот этот хребет, там, с остатками. Это мясо я его в пакетик убрал и в морозилку. Можно будет какой-нибудь рыбный суп сварить. Так, еще сюда можно какой-нибудь кусочек вот такой вот. Положить. Вот, еще оператор попросил, говорит, сделай, говорит, один кусок с добавлением специй, вот таких. Приправа для курицы. Решил оператор, значит, поэкспериментировать, какой вкус будет. Так. Вот этот кусочек я ему сделаю. С такими специями. Как они тут открываются. Сразу все посыпалось. Так, вот немного. Думаю, достаточно. Или еще. Ну, теперь уж точно достаточно. Так. Это закрываем. Пальбы. Так вот. Вот так вот, два кусочка. Тоже закрываем фольгой. Все, она, кстати, кончилась. Фольга как раз получилась. Коптиться будет примерно минут 45-50, потому что я уже какую-то рыбу коптил. Это щука была или какие-то там подлещики, даже чуть не помню. Давненько было, в том году. Так что 45-50 минут примерно коптится. Так, открываем. Ароматы. Перчатку одеть. Что-то прикипело. Пар. Сплошной пар. Так. Открываем это дело. Вода. Пойду-ка я за лопаткой схожу. Потому что вот она сверху-то вот это кусочек получилось, как будто бы она вареная. Потому что не просушена была. Достаточно хорошо. Так, на скорую руку. Успел. Я уже думал, не успею, и пленка кончится вся. Так. Сейчас сломается. Да. Вот так вот. Это, знаешь, кусочек оператора. Кусочек оператора. О.
Вот здесь покрасивше все выглядит. Несмотря на то, что она вот такого вида получилась, вареного. Потому что, как я уже сказал, она просушена не была особо хорошо. Но так очень даже вкусно. Как говорится, все лучше, чем на сковородке там ее как-то жарить. Полностью она готова. Самое главное, что соли достаточное количество, не пересоленая она, ничего. Вот. С вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интереснее.